Да, но за одного кого-то. А можно взять почитать дома? Дома? Нет. Кабиночки в кабинете. Кабиночки, я не знаю. Проходите в кабинет. Присаживайтесь. 87-2. Ты умеешь, ложите. Да. Вот эти вот забегалочка. Вот это? Да. Осталось два отделения, 16 и 21. Я им позвонила, потому что я запишу с подружкой. Значит, сделаем не полный. Можно проходить? Бабочка не уже? Или еще нет? А это вы?